Карибана фестиваль является одним из самых грандиозных и ярчайших событий в Северной Америке. В течение последних 40 лет это культурное мероприятие проводится как карнавальное шествие по главным улицам даунтауна города Торонто. Одной из главных из них является улица Янг, знаменитая тем, что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная улица в мире. Ее протяженность более 100 километров. Она берет свое начало в набережной озера Онтарио на юге и заканчивается далеко на севере, буквально упираясь в озеро Симка. В этом году Карибский фестиваль продолжался в течение 6 недель. Это было яркое, захватывающее зрелище, кульминацией которого служил парад Дэй на Лейкшор. Последний день собралось огромное количество людей в ярких костюмах и звучала самая разная карибская музыка в ритмах кануга, хип-хоп, steel pan and brass band. Многонациональный состав жителей самого большого города в Канаде, а Торонто населяет более 8 миллионов человек, нашел свое отражение в этом культурном празднике, который ежегодно финансируется из городского бюджета и с каждым годом становится все более красочным и впечатляющим.